Ребята, это вот малыши совсем. Смотрите, выводок не так давно появился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Ух, ёлки, это что за банда? Ребят, это что такое? Ух, ёлки, сколько их? Ребят, кто сосчитает, тот молодец. Вы посмотрите. Ничего себе. Вот что-то мать их гоняет там. Вот что-то ругается. Ой-ой-ой, смотрите, ругается мать. Что происходит, ребят? Чё она их долбает? Ой, ребят, по-моему, два выводка смешались здесь. Что-то происходит. По-моему, вот это вот наша пятерочка, смотрите, ребят, которая была десяточка, вот они. Что ж она его бьет-то, а? А, она бьет маленьких, не своих. Что-то я ничего не пойму. Так, вот один выводок, правильно? А вот второй выводок. Все, они просто перемешались, и матери начали долбать. Вот два выводка. Смотрите, ребят, два выводка. Вот. Один поменьше, маленький совсем. И вот побольше. Так, ух ты, ух ты, ух ты. А чё ж они все вместе? Ну, конечно, малыши мешаются со взрослыми. И потом мама взрослых долбает малышей. Вон они. Вот, два выводка рядышком. Разного возраста. Так, а вот еще и третий. Представляете, а третий за ними идет. Три выводка подряд, ребят. Ой, ну это совсем малыши, смотрите, ребяточки. Это прям вообще малыши-малыши. Только-только вывелись, видать. Вон, поплыли два выводка. Вдалеке. Первый, второй. А вот он третий. Представляете, ребят, какой тут детский сад? Насторожилась мамочка. Нас увидела. Решает, что делать. Не поймет, что же делать. Ребят, посмотрите. Это что за река такая? В общем, не река, а... Даже не знаю, с чем сравнить. С болотом. Конечно, здесь легко поймать малышей. Смотрите. Как они плотненько за мамочкой, смотрите, идут.
через преграды. Пробираются, пробираются. Вот они, малыши такие. Вот, пробираются к воде. Вот какая савина, ребят. Посмотрите, мы почти на самом дне савины. Вот она какая стала. Нельзя пить. Пить нельзя, Чак. Друзья, посмотрите на наших уточек. Они начинают путешествовать почти по всей речке. Расстояние увеличивают. Не ходи, Чак. Ах ты, паразит, пошел. Чаки. Вот они. Все время неразлучно втроем. Так, вот Чак пошел. А, вон он. Чаки. Чаки. Я еще думаю, может, это они еще с ночи возвращаются на свое старое место отдыхать. Вот они, ребят. Смотрите. Красавчики. Неразлучная тройка. Мама и два утенка. Вот они плывут на старое место. Вон Чак паразит. А вот утки. А то мы пришли, я их не увидела. Они обычно вот здесь сидят. А это, думаю, дай пройду вперед. И вот они возвращаются. Нагулялись, видать, ночью. Были вниз по реке. И вот, смотрите, ребят, возвращаются домой. Сейчас, наверное, выйдут на берег, я так думаю. А вот сейчас посмотрим.
Так, нет. Проплывают вперед. Проплывают дальше. А то обычно вот тут выходят. Нет, плывут дальше. Посмотрите, ребята, белый утенок. Он вообще как лидер становится. Посмотрите. Вот он, белый утенок. Вот теперь не пойму, которая из них мама. Мама, по-моему, последняя. Да, ребят, мама последняя, просто по окрасу помню. Сейчас, наверное, беленький будет подскакивать к веточкам. Не, не подскакивает. Смотри, прям так это плывет первый. Молодец. Вот интересно, кто это, девочка или мальчик? Интересно. Ну как же узнать-то? По-моему, ой, на солнышко сейчас выплывут. О, красавчики. Опять, ребят. Но это уже взрослый. Это уже такой, который может хорошо укусить. Поболит. Так что. Ну вот, ребятки. Пожалуйста. Заставим его побегать. О! Убежал. Блин. Убежал, ребят. Смотрите, ребят, как в Италии собирают мелкий мусор. Вот такие вот поломки, если телефон сломался, в общем, радио, телефоны старые, батарейки, в общем, все. Вот маленькие домашние вот устройства, да, фены, утюги. А мы приготовили с Чаком тоже. Смотрите, сколько батареек старых. И это все можно выбросить здесь. Вот таким образом. Значит, у меня есть такая карточка моя фискальная. Нажимаю. Так, провожу. Наконец-то открылась. Ну вот, сейчас сюда. Прям вот так вот. Ой, одной рукой. И высыпала все. Все. И закрыла. И заблокировалась. Вот и все. Да, Чаколь? Вот классная вещь, я считаю. Ну вот, ребят. Купила Чаку специальный корм для собак кастрированных, стерилизованных. Чак кушает. Понравилось сразу ему. Пожалуйста. Вот Happy Dog. Немецкая фирма. Вот именно вот это. Тоскана. Для собак, вот таких как Чак. Ну, прекрасно, молодец. Кушай, кушай, ребенок. Умничка. Молодец. Браво, браво. Вот. Отлично. Кушай. Ребята, еще вот купила Чаки. Видите, сеньор. Вот для собак пожилых, ну то есть тоже с наименьшим содержанием жира. Тут что, тут курочка и рис, вот и все. Кушать? Нет, Чак, не дам сейчас. Кушай вот это, давай. Потом дам, потом, завтра. Ага, все, уже увидел скатулету, увидел вот это, все, хочет вот это. А, и чё, как? Как будешь кушать? Ага, нельзя. Так что завтра. Да? Ребятки, я открыла. Там, видите, он желатин, риса немножко и мяско. Ну и я что взяла?
немножко добавила сухой корм для запаха. И Чак, он с удовольствием кушает. Отлично. Супер. Купила вот ему Панторг, Пантопрадзоло. Ну, в общем, как вы понимаете, для снижения кислотности это. Вот 5 дней, начиная с завтрашнего дня, подаю за 10 минут до еды. И все. Больше не надо. Так что с завтрашнего дня много что начинается. С завтрашнего дня начинаем тренировку. Встаем 4:30 утра и идем на тренировку. Потом легкий завтрак. Сначала вот это средство, вот это дадим за 10 минут. Потом завтрак и потом я убегаю. Ну, в общем, все, ребят, мы взялись серьезно за наше похудение. Вот, так что с этим не шутят. Пока еще не поздно, пока собака еще не обросла жиром, надо действовать. Вот как-то так.